Ранним утром 2 августа у дома книги было многолюдно. Вооружившись инвентарем для уборки, сотрудники ВСМПО отправились в Титановую долину, чтобы навести чистоту и порядок в корпусе ВСМПО новой технологии. Я объявил субботник, если так можно сказать, коммунистический, или как хотите называть, капиталистический. Так? Но надо вспомнить старые добрые советские времена, когда вот всем миром шли и делали большую работу. Значит, здесь личный состав всех отделов 18-го, 33-го, 67-го, 40-го, то есть всей дирекции. Во всех отделах оставили по одному человеку на дежурных, как говорится, функциях, чтобы принимал там документацию. Здесь весь персонал управленческий УКСа, так, и здесь работники 19-го цеха. Работы, как видите, очень много, надо полы отмывать, все это убирать, потому что, ну, такие моменты, что ручной труд пока заменить нечем. Кураторы отделов четко обозначили фронт работы и периметр, который необходимо было вычистить. Шутка ли, площадь объекта составляет 17 тысяч квадратных метров. Рабочие взялись за дело дружно. Сначала прошлись по территории метлами, затем несколько раз мыли пол швабрами и вручную. Фронт работ, как вы видите, не маленький, но видя результат нашей работы, можно понять, что оно было сделано не зря. Несколько раз, да, отмывает? Конечно, это будет отмыто раз на 5, не меньше, потому что пока мы не уберем все белое, мы не остановимся. На совесть работает. Конечно, как всегда. Чистый трудовой десант, как в шутку назвали себя сотрудники ВСМПО, справились с поставленной задачей быстро и качественно. Уже к обеду гладкие полы в новом корпусе были отшлифованы до блеска. Сегодня в корпусе ВСМПО новой технологии все внимание сосредоточено на финальной стадии подготовки фундаментов под новые станки «Цинциннати» и «Макина», первая поставка которых ожидается в ноябре нынешнего года.